Первых новоселов поздравил депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкей. Строительство Ямальского микрорайона ведется в рамках программы сотрудничества. Эта всеобъемлющая программа касается многих сфер жизни. Пенсионного обеспечения, жилья, инфраструктуры, здравоохранения и реализуется на территории трех регионов. Я искренне желаю своим землякам благополучия и комфорта на новом месте. Проект по переселению ямальцев грандиозный по своему масштабу. Впервые процесс выстроен системно. Ветераны получают жилье не в разных концах города, а для них создается отдельный микрорайон, сказал Сергей Белкеев.